В магазинах «Чемпион» щедрые скидки до 80%. Вообще не мелочимся! Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Валерия Горных. Лето в самом разгаре, а в сети магазинов «Чемпион» наступил сезон горячих скидок. Отдых стал ближе, цены все ниже. Щедрые скидки на товары для лета. Шорты, футболки, велосипеды – все для туризма и многое другое. Сеть магазинов «Чемпион» – только выгодные покупки. А теперь о прогнозе синоптиков. В среду над Зауральем продолжит бушевать ненастный циклонический вихрь, формирующий в середине лета скорее осеннюю погоду. Из-за него в небе над регионами будут клубиться мощные облака, повсеместно пройдут дожди, местами с грозами и порывистым ветром. В Тюмени 17-19, дождь с грозой, в Челябинске 15-17, в Екатеринбурге 16-18, кратковременный дождь. В Кургане облачно, временами дожди, ветер западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха 9-11. Днем в Кургане облачно, с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха 16-18. Атмосферное давление повысится. 23 июля солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!